Дальше 4 и 5 статья. Просто поразительное противоречие, когда в 4 статье говорится: Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. А в следующем пункте написано: Республика, в скобках, государство, имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город и так далее, устав и законодательство. То есть, что это означает? На территории одного государства существуют республики, в скобках государства. На территории государства существуют другие государства, причем имеющие свою конституцию и законодательство. То есть, у нас как бы есть верховный парламент, конституция, законодательство, президент. Но в то же время на территории суверенной России есть выделенные территории, где тоже есть своя конституция, свой парламент, свой президент, свое законодательство. Как это может совместиться? Вот как это может в одной голове человека, который все это писал, как это могло совместиться? Где элементарная логика, которая учится еще в школе, решая примеры по арифметике, страхуется на всякий случай? А вдруг будет рассыпаться Россия, и мы где-нибудь тут в уголочке пристроимся, огородимся колючей проволокой, выставим вышки с пулеметами и скажем: не-не-не, это государство, у нас тут свое все есть, у нас конституция, у нас даже и столица своя есть, и даже национальность своя есть, все у нас свое, не подходите к нам. Правда, в последнее время, насколько я понял, они перестали верить в такую перспективу. Они создали так называемый стабилизационный фонд размером в 100 миллиардов долларов, который хранится в зарубежных банках. И в случае чего, если возьмут за шкирку этих Грефов, Кудриных, Зурабовых и прочих и выбросят их из страны, то мировое сообщество, о котором здесь так с огромным уважением написано в Конституции, просто скажет: да нет, вот это и есть то самое легитимное правительство, и стабилизационный фонд – это их деньги. И они, и их дети, и внуки, и все последующие поколения этих правителей негодных, которые ныне находятся у власти, они будут жить за счет этого стабилизационного фонда, который выкачивается из нищей страны, якобы для того, чтобы на всякий случай, на черный день, не у себя в подвальчике, как рачительный хозяин делает, а в чужом каком-то подвале и непонятно под чьей охраной хранит все свои сбережения. Нам-то говорят, что нет, да мы, вот экономика не может иначе развиваться. Вдруг цены на нефть упадут, тогда мы начнем из стабилизационного фонда брать, чтобы поддержать баланс экономики и так далее. Все вранье, конечно. Я абсолютно уверен, что этот стабилизационный фонд – это фонд, страхующий от политических рисков. Причем это же только в сговоре может такое состояться. То есть это сговор с врагами России зарубежными, с которыми договорились, что им, вот этим нашим внутренним врагам, нашей пятой колонии, гарантируется. Пока вы будете уничтожать Россию, вам там гарантированы деньги. Вам позволят положить в швейцарский банк некую сумму, если вы будете продолжать действовать против страны, в которой живете. Вот наше правительство сейчас и кладет эту сумму за суммой, переводит. Они же занимаются еще приватизацией, на следующий год приватизация. Тут продали государственный пакет «Лукойла» за 2 миллиарда долларов. И 2 миллиарда долларов тут же в чемоданы, даже не в чемоданы. Эти деньги даже не пересекали границы России. Они просто со счета на счет перечислились, и там опять отложились в этот стабилизационный фонд, страховой фонд нашего правительства. Собственно, те, кто у нас в правительстве сидят, это и есть олигархи. Мы иногда думаем, что вот у нас Березовский, там Гусинский, Абрамович, вот они олигархи. Олигарх – это тот, кто сочетает в себе финансовую и государственную власть. Да, и это немногое число государственных чиновников, которые живет ради своих собственных интересов, а не ради интересов большинства. А что написано в Конституции Российской Федерации? Социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Мы 11 лет живем под этим пунктом, что мы социальное государство и строим, обеспечиваем достойную жизнь и свободное развитие человека. Опять это неясная формулировка, и все время можно сказать: да нет, вот умирающее государство, оно тоже социальное. Да. Когда не выплачивает социальные пособия, оно тоже социальное. Оно все равно социальное. Потому что, а чем вы определите вот то, что оно социальное? Ну, разве что тем, что социальные программы существуют. Они могут не выполняться, но они же существуют. Значит, мы социальное государство. Это расплывчатое, а дальше просто ложь, что мы обеспечиваем достойную жизнь и свободное развитие человека. Мы достойную жизнь за 11 лет кому-то обеспечили. А дальше вот есть некоторая расшифровка в пункте 2 статьи 7. Здесь написано: в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей. Охраняются. Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда. Разве установлен? Обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Разве так? Инвалидов и пожилых людей. Неужели?
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Разве хоть что-нибудь из этого существует? Когда Греф не был министром, он это прямо высказывал, что государство должно уйти, например, из экономики. А теперь оказывается, что оно вообще отовсюду должно уйти. И государственная власть — это такой бизнес. То есть это не управление страной, это не стремление обеспечить народу какой-то приемлемый уровень жизни. Это не защита государственного суверенитета, это не сохранение традиционных ценностей. Все это государству, по мнению таких людей, как Греф, Кудрин и прочие, не имеет никакого отношения. Ну, я думаю, что ситуация анекдотично складывается. Как если бы христиане, например, с утра встав, почесав затылок, подумали: так, сегодня у нас не очень хороший день, так, сегодня, значит, третью, пятую, седьмую заповеди исполнять не будем, а остальные, ладно, так уж и быть. А на завтра еще какой-нибудь список себе. И это якобы позволяет считать себя вполне добропорядочным христианином. Мы же такого не можем допустить. А президент допускает, что вот можно просто не замечать этой статьи Конституции, говорит: да, у нас тяжелое положение в стране, нам трудно, тут большие проблемы, надо реструктуризацию экономики проводить, непонятно, правда, что это такое. И вроде, ну а как, мы не можем, значит, исполнить. Ну, раз не можем, будем отказываться от всех социальных гарантий. Ну, надо же государство спасать, то есть оно должно существовать. А вопрос, а зачем нам нужно такое государство? Зачем нам нужно государство, в котором даже поддержка семьи, материнства, отцовства и детства отсутствует? То это значит, что следующего поколения просто не будет. Оно будет меньше, меньше, меньше. И к 2100 году нас останется где-то 80 миллионов. Подобного правительства не переживала ни одна страна. Даже, я думаю, правительство большевиков понимало, что другой страны у них не будет. Поэтому надо как-то с этой разобраться, как-то ее обустроить, границы обустроить, власть обустроить, уголовный кодекс, чтобы действовал. Потому что иначе тогда жить снова в эмиграции, на какие-то там подачки врагов Отечества, которые могут иссякнуть в какой-то момент. Они это государство все-таки пытались для себя оставить. Кто-то там намеревался мировую революцию отсюда развивать, но их-то как раз Сталин и покрошил, от них ничего не осталось. И остались только те, кто, в общем, рассматривал это как свою вотчину, которую надо доить и передать своим детям, чтобы они продолжали ее доить.